Здорово, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфла. Я в самом центре города Ельца. В последнее время на моем канале очень много квартир. Я себе покупаю, друзьям смотрю. Собственно, я в центре. Это Великокняжеская церковь. Вот этот розовый дом – это мой дом. Там моя квартира, я ее сдаю туристам. А вот он дом. Вот этот зеленый сверху, белый снизу. Там живет мой подписчик. Точнее, не живет, он купил себе там квартиру, купил за 350 тысяч рублей. Сделал он это полтора года назад, примерно тогда же, когда и я. Собственно, мы в соседних домах и совершенно случайно встретились на улице. Он меня пригласил, собственно, показать, что у него получилось. Ремонт полтора года у него занял. Достаточно много денег он потратил. В общем, пойдемте внутрь, посмотрим квартиру за 350 тысяч рублей в самом центре города. Тут надо понимать, что дом старинный, имеет статус памятника архитектуры. Вот, и квартира не в основной части, потому что здесь такие интересные решения в Ельце, а тут дворики, и во двориках может быть там отдельно стоящий домик, например, или какая-нибудь отдельная квартирка, которая считается, ну, тоже частью общего дома, но вот как-то отдельно, в общем, приходит квитанции. Вот такой вот дворик миленький. Вот видите, вот там вот дом стоит, например, вот во дворе, вот он считается частью квартиры. Тут вот сарай у людей, вот кто-то себе отдельные хоромы. Ну, а искомый нами домик — это вот этот входик и вот два окошка. Так, друзья, идем смотреть еще одну квартиру. Это мой подписчик из Воронежа. У него маленькая квартира в Ельце. На улице встретились. Ой, и все. О, прикольно, дача. 20 квадратов купил. Класс. Давно вы ее купили? А сколько? 1700? 500? 340. Ой! Эх, зачем вы мне это сказали? Я вам писал. Сердце не на месте. Но у вас горелка. А? Горелка. Самый лучший вариант. Вы думаете? Новый. Не, ну если туристам сдавать, то... Туристам, да. То это сложно. А так туристам, вообще... Да. Ну, я завел, у меня только ничего не было. Все, мне лук стоял. Вот с полом, главное, подшить сделал. Его потолок. Я его с полом сделал. Не упадет там потолок? Пол теплый. Да нет. Ну так балки прогнуты. Вот, видишь, как назло, именно в этот момент у меня вырубился микрофон. Ну, расскажу, как есть. Елец — такое место, где, ну как в Питере, знаете, есть старый фонд. То есть у тебя может быть статус квартиры, но при этом может не быть воды, канализации, отопления печное. В данном случае есть печка, и в печку заведен газ. Собственно, газовая горелка это называется. У меня в квартире то же самое. Это не АГВ, это не котел, это именно открытое горение газа внутри печки. В общем, для сдачи не самое удобное место. Данная квартира, как рассказал мой подписчик, была завалена мусором, и он отсюда вывез что-то около 2 КАМАЗов мусора. Сделан был теплый пол, сделана вот эта вот самая перегородочка. Ну и сделана ванна с туалетом. В принципе, здесь не так много всего осталось. Облагородить ванну с туалетом. Здесь у него уже сделаны подводы. Есть счетчики под все это дело. Все поштукатурить, и можно даже жить, можно использовать как дачу. В принципе, очень неплохой вариант, как мне кажется, как городская дача. Да, потому что все рядом, рядом много парков, очень приятный такой питерский дворик получается. Так что вот такой вариант, 350 тысяч, сейчас уже, конечно, нет таких цен, но с другой стороны, кто ищет, тот, как говорится, всегда найдет. Я вот лично постоянно мониторю все объявления в поисках подобного рода квартир. Если вдруг найду за 350 тысяч, обязательно куплю и вам советую. Такая вот, друзья, квартира. Привет моему подписчику, если прямо сейчас смотрите. Человек хочет использовать квартиру как дачу, я уже это сказал. Но я заразил человека мыслью о том, что можно сдавать туристам. Тем более у меня же все настроено, у меня есть кто убирается, кто там меняет белье, как выдавать ключи. Я сам живу в другом городе, а туристы по-прежнему приезжают. Поэтому, друзья, если у вас есть мысль заняться подобного рода бизнесом, вы смело можете, собственно, писать в комментариях. Подберем вам квартиру, сделаем там ремонт и будем сдавать. С меня обслуживание, вам все деньги. Вот такой супер бизнес-план. Миклуха Макфлай. Напишите в комментариях, что вы думаете о квартире за 350 тысяч рублей. Дешевле, мне кажется, никогда не видел. Ну и... обсудим в комментариях.